Так, ребятки, последняя волна зомби идет, меня предупреждает компьютер. Приготовились, ребятки. Приготовились, дорогие друзья. Сейчас будет жарко. Давай, 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 малыш. Я верю в тебя. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки. С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Растения против зомби 2. Круто, круто, все круто. Так, дорогие друзья, ну что ж, погнали, наверное, мы с вами посмотрим, что здесь есть такого интересного. Тут опять здесь на своей машине времени сосед нас доставил непонятно куда. Так, ребятки, я могу апгрейдить что-то одно, наверное, да? Давайте, наверное, апгрейдим нашего. Вот этого чувачка. Все, он получил апгрейд. И солнышки мы, наверное, еще можем, да, апгрейдить. Ну, давайте апгрейдим и солнышки. Все, они у нас на 4 уровне. Так, у нас тут уровень 1, но мы можем уровень 2 поставить. Так, ребятки, давайте 2 уровень выберем для красного вот этого цветочка, который здесь есть. Так, выбираем вот этого следующего. Так, кого еще? Смотрите, кто у нас здесь есть. В нашем углу есть красный цветочек, горохострел, который плюет горохом. У нас есть... где у нас? Вот он. У нас есть подсолнух, который будет вырабатывать солнышко. Так, и что нам еще нужно? Да, давайте откроем, наверное, за 2000 рена вот это место, чтобы мы смогли больше сюда положить разных... А где бомба-пукалка, ребята? Давайте вот такую вот штуку возьмем. И я хочу... Что это за лук? Непонятно. Я хочу бомбу-пукалку. Где она? Так, ребята, бомба-вонючка. Вот. И еще что-то одно я могу взять. Давайте, собственно, посмотрим, что это такое. Хочу взять. Так. Хочу взять. Ого, так дорого стоит тыква. Стоит тыква дороговато. Давайте, наверное, возьмем вот такие вот бомбочки еще. Пускай будут, ладно. Ну что ж, дорогие друзья, погнали вперед. Первый уровень. Так, отличненько. Так, просто супер. Так, садим, ребятки. Заберем солнышки, садим все, что нам нужно. Так, ждем, где будет появляться зомбик, чтобы... Чтобы сразу его можно было бы здесь атаковать, ребятки. Возле пирамид Майя. Так, ага, вот. Вот сюда вот давайте. Вот, отлично, ребята. У нас мы проапгрейдили вот наших этих. И это просто, ребятки, замечательно. Ого, посмотрите, сколько их, ребята. Надо будет как-то уничтожать их, наверное. Так. Вот сюда вот. Вот этого сюда. Ага, вон зомби идут, а я даже и не видел, ребята. А вот так вот мы их. Ребятки, здесь на этом уровне будет 2 зомби-волны. И мы посмотрим на них, как они будут себя вести. Так, ну что ж, пока все идет, ребятки, по плану. Вон там даже уже с флагами зомби идут. Так, держите бомбу-вонючку. И держите, наверное... Вот так вот. Получайте, нехорошие зомбики. Так, ну что ж, ребяточки, все идет пока вроде бы по плану. У нас. Так, давайте горохом задержим вот этого чувачка. Забираем солнышки и давайте будем как-то стрелять. Сейчас уже, ребятки, будет в новая волна, я так думаю. Ого, ребятки, лазером я сжег зомби. Вы видели это? Вы это видели, как я лазером сжег зомби? Вот это круто, вот это я понимаю. Так. Куда же его поставить? Сюда. Нет, а, там уже второй стоит, понял. Давайте бомбу-вонючку поставим сюда. Так, ребятки, последняя волна зомби идет. Меня предупреждает компьютер, и мы с вами давайте займемся делами. Вот этого поставим сюда. Пускай здесь отбивается потихонечку. Так, наверное, вот так вот давайте.
Отлично. Так, 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 так. Кто же здесь еще остался у нас? Так, бомбу-вонючку ставим. А здесь ставим вот эту штуку. Пускай отлупит его по полной программе. Так, ну в принципе все, дорогие друзья. Всех мы зомбиков убили. И этот уровень с удовольствием мы с вами прошли. Отлично. Так, забираем мешочек с деньгами. Отличненько, просто круто. Мешочек с деньгами падает к нам на баланс. Мы продолжаем играть в следующий уровень, дорогие друзья. Так, ну что ж, приехала, ребятки, машинка. Мне сосед говорит, чтобы я сражался и не сдавался ни в коем случае. Так что, в принципе, ребятки, поехали. Так, вот такой вот у нас уровень, ребяточки, довольно-таки неплохой. Так, отличненько. Вот здесь вот давайте, наверное, поставим. Пускай стреляет. Потихонечку. Ого, какая вон штука, ребятки. Сжигает всех зомби. Вулкан. Так, давайте вулкан поставим, наверное, вот сюда вот. А, туда я уже сажал, понял. На то место сажать нельзя. Ого, ребятки, сколько зомби идет, посмотрите. Это никуда не годится, надо их как-то истребить всех побыстрее, побыстрее. Ох, отлично. Вулкан забрызгал зомби, и это просто супер. Отлично, зомби сжигаются на раз-два. Ребятки, здесь три волны зомби будет. Как мне их победить, я не знаю. Так, ребятки, а зомби уже на подходе, чтобы вы понимали. Посмотрите, они уже практически подходят к моим владениям. Мне ничего больше не остается, ребятки, как просто... Напросто сдать свои позиции, если сейчас не будет вовремя найдено решение для моей проблемы. Так, давай, давай, быстрее. Давай, давай, иди. Да что ж такое, идут зомби, давай быстрее. Ребятки, зомби пройдут сейчас. О, у нас есть... Отличненько, все, нас немножко спасло то, что у нас есть вот такие вот штуки. Круто, все, теперь сюда, пускай сжигает. Теперь сюда, а этого сюда. Вот это я понимаю, ребятки, вот это я понимаю, оно лазером жжет. Так именно, как нужно. Так, ребятки, вторая волна зомби идет, и что нужно делать в такой ситуации, я даже не знаю. Надо быть более внимательным и более бдительным, потому что посмотрите, что творится-то. Ребятки, зомби показывают мне, прошел по лаве, и ему абсолютно ничего не помешало пройти по лаве, дорогие друзья. Вы представляете? Так, ну мы током их убили. Нам немножко помогли их уничтожить. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Так, ребяточки, война идет не на шутку, вы только посмотрите. Вот это да, вот это здесь жгут зомби, ребята, третья волна зомби довольно-таки очень серьезная. О, аж два сожгла сразу. Вот это мне нравится. Так, ребятки, последняя волна зомби идет, меня предупреждает компьютер. Приготовились, ребятки. Приготовились, дорогие друзья. Сейчас будет жарко.
Давай, 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 малыш. Я верю в тебя. Огонь. Отлично, Лазарь всех сжег. Что теперь, что дальше? Давайте, вот этих надо остальных уничтожить, которые идут, ребятки. Все, ребята, ха-ха, мы прошли этот уровень, это просто круто. Просто классно. Так, забираем, ребяточки, монетки, отличненько. И что у нас здесь дальше, ребятки? Мы продолжаем играть в следующий уровень. Так, ну что ж, соседушка опять приехал и говорит буквально следующее. Юра, пожалуйста, уничтожь этих всех зомби. Они сейчас просто-напросто будут нападать на меня. Так, а я ему говорю, да с легкостью, дорогой мой друг. Так, ну что ж, ребятки, давайте посмотрим. Посмотрим, что у нас идет дальше. Будем играть, ребятки, дальше. Так, что нам нужно еще? Давайте вот такую вот возьмем. Вот это вот бесплатная тормозилка. Давайте возьмем. И еще что-то я хотел взять. Орех мы взяли. Горохострел взяли. Давайте еще возьмем кукурузострел. Поехали! Так, все, сажай мне. Говорит компьютер, чтобы я сажал, ребятки. И что я, в принципе, и буду делать, дорогие друзья. Отлично. Так, ребятки. А как же мне их одолеть? Ага, две волны будет. Ну, две это еще простимо. Потому что я думал, если больше, то будет плохо. Так, солнышки, быстрее рожайте давайте. Потому что мне нужно больше садить зомби, чтобы выиграть. Ребятки, с золотой лопатой идет довольно-таки серьезный чувак. Как это я прошляпил так-то, а? Так, бомбу-вонючку он сейчас съест, отлично. Так, ребятки, два зомбика на паутине прилетели, стоит это отметить, давайте их. Ага, он съедает орех сразу. Ах ты такой негодяй. Давайте мы их сразу отлепим. Там с лопатой идет чувак, мне он вообще не нравится. Так, ребятки, бомбу-вонючку давайте поставим для этого, наверное. Так, дальше что у нас? Куда идти? Ребята, я не вижу абсолютно куда. Вот он идет. Ага, вот тут вот орешек ставим. Потому что он просто-напросто уничтожит меня. Понимаете? А если он меня уничтожит, это будет очень плохо. Очень, прям вот очень. Так, едем дальше. Едем дальше. Вот так вот ставим здесь бомбу-вонючку, которая будет здесь... Неправильно немножко. Ой-ой-ой, там зомби идут, ребята, как я не заметил. Вот они уже подбираются. Вы что, как я просто сюда не смотрел. Абсолютно просто сюда не смотрел, ребятки. Вон он уже выкапывает моих зомби. Такой вот нехороший негодяй. Ага, а мы тебя сейчас заморозим. И мы тебе сейчас дадим бомбу-вонючку. Получаем, мы сюда поставим кукурузострел. Следующее, мы сюда поставим вот такую вот штуку. Потом вот этого. И пускай вот потихонечку... Вон один прошел. А как он не съел бомбу-вонючку? Ему что, позволено, что ли? Я, конечно, все понимаю. Но извините. Я должен был это сделать. Так. Давайте вот так вот. Вот так вот. Все вроде бы идет по плану. Я так думаю. Так, ребятки. У меня уже нету... Так, опять второй идет. Я не понял. А ну, иди отсюда. Так, ребяточки, мне нужно закрыть оборону, накрыть хотя бы вот этой штукой. Пока что, на время. Пускай будет так. Потому что это абсолютно никуда не годится, ребят, реально. Сюда пускай стреляют, убивают. Ага, с этой золотой лопатой он какой-то, ребятки, непробивной. Он выкапывает все на своем пути, вы представляете? Абсолютно все. Так, а ну подождите. А что, если мне поставить сюда? Вот так вот. Получайте все.
Так, все замерзли на некоторое время. Это очень хорошо. Теперь ставим побольше горохострелов, Юра. Побольше бомб вонючек. Побольше орешков, которые будут мешать им пройти сюда. Потому что сейчас уже будет вторая волна зомби. А у меня реально ничего нету, абсолютно. Так, пускай, давайте заморозим ее. Так, ребятки, вот опять идет этот чувак. Надо его просто быстрее давай грузить. Давай мы его вот так вот. Ах ты такой негодяй. Он выкапывает все мои солнышки. Ага, вон идут. Ну сейчас их там обрежут. Давайте уничтожим их вот так вот раз и навсегда. Сколько же можно? Так, поставить по всему периметру охрану. Давайте вот так вот. Ребяточки, сколько же их этих зомби здесь? Да что это такое? Почему я никак не могу вырваться вперед? Я должен обязательно вырваться вперед. Вот это какой кошмар. Сколько зомби. Вот это да. Так. Опять ставим заморозку для этого. Отлично. Так, здесь ставим вот такую вот штуку. Здесь ставим горохострел, пускай отбивает. Так, отлично, отлично, отлично. Так, бомба-пукалка. Пожалуйста, вот здесь вот. Хорошо, что мы поубивали, ребятки, тех зомби с золотыми лопатами. Потому что по-другому вы бы никак не выиграли, реально. Надо быть более бдительным, ребятки, и более внимательным к этому. Потому что зомби в действительности не шутят. Так, ставим бомбу-вонючку здесь. Забираем новый горшочек. Так, ставим, 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 ставим. Вот так вот. И, наверное, давайте сделаем следующее. Давайте, наверное, выкопаем вот этого. Поставим горохострела. И все-таки сделаем вот так вот. Пускай они, наконец, умрут, все эти зомби. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько мы получили голову зомби. А что в этой голове? В этой голове, наверное, денежки, ребятки. Да, я так думаю, что да. А ну-ка. Да, ребятки, отлично. В этой голове были деньги. И это просто, ребятки, круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько у нас сегодня вообще получилось. Я считаю, что давайте, ребятки, на сегодня мы, наверное, будем уже заканчивать. Давайте, наверное, перейдем в сад сейчас. Посмотрим, что там. И посадим те растения, которые нам в действительности нужны. Так, давайте пойдем в сад. Давайте пойдем в сад. И посмотрим, что мы сегодня, ребятки, заработали. Так, ребятки, отлично. Мы уже с вами открыли 5-й уровень, и это просто круто. Так, давайте посадим 3 растения. 4 даже, ого. Так, мы посадили капусту, морковку, красный цветочек и, ребятки, ромашку. Отличненько. Все это мы полили и будем ждать следующего раза, чтобы все это собрать, весь этот урожай. Так, ну что ж, дорогие друзья, это, конечно же, все круто. Но этот эпизод на канале Вечное Детство, ребятки, подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подпишись на мой канал, поставь пальчик вверх и прокомментируй это видео. А если вам понравилось это видео, ребятки, значит смотрите мои и другие. Пока-пока, ребятки, с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. До скорых встреч.